покажем, что такое балл. Ну, немножко такое приближение, конечно, не полностью. Такой балл, но представление вы получите. Люди, которые ходили к нам заниматься танцами, покажут, чему они научились. Вот. Хочу сказать, что до революции балы были неотъемлемой частью жизни русского дворянского общества. Танцы преподавали в учебных заведениях, преподавали профессиональные педагоги. И во время этих занятий молодежь училась не только музыкальности, грации движения, но и общению друг с другом, отношению к женщине, друг к другу, правилам поведения, учтивости, галантности. К сожалению, после революции балы были отменены, и вместе с балами была потеряна часть этой культуры бальной. Но сейчас балы активно возрождаются. В Москве и других городах проводится достаточно большое количество балов. Конечно, потеряны какие-то основы этой культуры, но учиться никогда не поздно. И на этих балах вместе с молодежью можно видеть, наверное, не менее половины людей пенсионного возраста, тоже танцующих красиво, элегантно. Вот. Поэтому мы сегодня немножечко покажем, что такое балы, и приглашаем всех присоединиться к этому искусству. Как правило, каждый бал начинался полонезом. Полонез – это такое шествие. Пришло к нам из Польши, и иногда на балах этот полонез продолжался около часа. 4 часа. Я попрошу сейчас наших танцоров подойти сюда. Не сюда, а сюда. Давайте оттуда начнем. Thank you.
Продолжение следует...